Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня на нашем прекрасном канале ты можешь ознакомиться с содержимым прекрасной коробочки от компании Tamiya. В данной коробке содержится модель английского бомбардировщика The Havilland Mosquito в масштабе 1.48. Размах крыльев данной модели в собранном состоянии составляет 344 мм, длина фюзеляжа 264 мм. С одной из боковых сторон можно наблюдать один из вариантов окраски данного самолета, или, я бы сказал, даже камуфляжа, нанесенного на этот прекрасный самолет. Видимо, это морской вариант. Он покрашен вот такими прекрасными голубо-серыми цветами. И вот как можно обратить на этой стороне, вот здесь, моделечку искать в стопочке под номером 62. Еще на одной стороне, на одной из боковин, можно наблюдать вариант раскраски данного самолета. Ну и давайте перейдем к рассмотрению пластмассы. А сам набор у нас представлен в 98 году. Итак, первая, так сказать, инструкция предлагает нам вариант окраски. Это довольно-таки большой лист в данном наборе. И представлен он в масштабе данной модели. То есть, грубо говоря, чертеж, по которому будет удобно при окраске этой модели сделать маски и правильно расположить их в наборе. А обычная инструкция выглядит примерно вот так. На этом дополнительном листе представлены еще два варианта окраски данного самолета. Всего их в наборе три. Быстренько пробежимся по инструкции и перейдем к пластику. Вот такая вот инструкция. Это не книжка, обычная раскладушка-распашонка. Здесь краткое описание самолета на двух языках. По стандарту у Tamiya вот такая вот разверточка длинная. Очень неудобная, но, как говорится, что есть, то есть. Зато она очень информативная, хорошо отпечатана, все хорошо отрисовано. И я думаю, что собрать модель по данной инструкции не составит проблем даже у новичка. И да, друзья, маленький лайфхак. Такие инструкции удобно подвешивать перед вами на какую-нибудь вешалку а-ля брючную с зажимами. Вот таким вот образом. Имейте в виду. Так, вот у нас первый пакет, в котором у нас представлены элементы фюзеляжа, то есть половины. Также можно здесь наблюдать два пассажира, сам пилот данного борта и его штурман. Качество фигурок довольно сносное, отлиты они хорошо, ничего не смазано, сдвигов нет, облоя нет, хотя набор и очень-очень старый. По меркам модельного мира, я бы сказал. Качество, повторюсь, очень хорошее, все детализировано. Tamiya славится тем, что делает довольно-таки хорошо собираемые, стыкуемые и детализированные наборы. Так что пока вот на первой рамочке придраться не к чему. Переходим к следующей рамке. Следующая рамочка у нас представляет костыль с колесиком и элементы мотогондол. Опять же, выполнено все хорошо. Присутствует отличнейший крой. Присутствует некоторый клеп там, где он нужен. Самолет у нас не цельнометаллический. Также вот с обратной стороны имеется ребра усиления внутри ниш шасси. В следующем пакете у нас две вот таких вот идентичных рамки, на которых содержатся пропеллеры, элементы стоек шасси. Ну и давайте одну из них мы рассмотрим первым делом. Здесь у нас пропеллеры, колеса вот такие вот огромные. Для 48-го масштаба я сказал, что ну, просто супер огромные. Детали бомб, выхлопные патрубки, сами стойки шасси и всевозможные детали. И вот здесь вот подвесы с ракетами. Также посмотрим и вторую рамочку. Может быть, что-то здесь нет. Это просто дубль. Вот, но получается у нас есть, как говорится, запасные пропеллеры. Хотя они немножко отличаются по форме. Значит, вариативность модификации можно сделать из набора. То есть можете обратить внимание, вот здесь вот у нас лопасти имеют более скругленную форму, здесь более заостренную. Так что все-таки необходимо обращаться к мат-части, чтобы более точно передать модель постройки. Очередной летник из данного набора за маркировкой 2000 год. Возможно, в эту модель вносились какие-то изменения спустя некоторое время после релиза данной модели. И на этом летнике мы можем посмотреть на представленную здесь приборную панель, носовую часть с отверстиями под ушки, элементы кабины, внутреннюю часть интерьера самолета, всевозможные перегородки и сами пушки. Опять же, выполнено все хорошо, или даже, я бы сказал, отлично, ни намека на облой, какие-то дефекты, утяженные там,
что-то связанное с литьем. Просто прекрасно-прекрасно сделанный литник. Далее рамочка с крыльями и элементами оперения. Основные крылья и стабилизаторы. Крой выполнен отлично. Клёп тоже прекрасен. Он довольно-таки в меру глубокий и отлично читаем. Ну, для 48 масштаба другого ожидать от Tamiya не стоит. Отлично выполненная рамка. Вторая рамка с деталями крыльев и стабилизаторов, плюс законцовки даны с разными вариантами бортовых огней. Видимо, здесь двойные идут и одинарные. Качество, опять же, отличное. Итак, далее листочек с декалями. Качество декалей прекрасное, ни сдвигов, ни каких-то смазов нету. Все отпечатано хорошо, есть малюсенькие читабельные надписи. Технички здесь немного, в общем, качество отличное. И последний литник из данного набора – это остекление. Остекление выполнено очень-очень хорошо, оно прям очень-очень сильно прозрачное. Никаких царапин нету, хотя поставляется оно в обычном пакетике, без каких-то уплотнителей, там, предохранителей и так далее. Вот можно посмотреть, как, насколько хорошо видно через данное остекление. А на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, добавляйтесь в группу ВКонтакте, заходите в Инстаграм, добавляйтесь в чат в Телеграме. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Вот. Ну вот. Ну и... Хорошо. Он бомбардировщик? Или... Чем? А, ну да. Он же бомбардир.